Vă prezentăm anvelopele LASA, produse de renumitul concern Brisa Bridgestone. LASA, combinații optime dintre preț și calitate pe piață de la Masterlux, cel mai mare depozit de anvelope de iarnă în Moldova la cel mai bun preț, pe strada Petrican 5 fracții 1. Sună acum 901090. Добрый день. В воскресенье играем с Академией. Какие ожидания от этого матча? Чего ожидать болельщикам, которые придут на стадион? В первую очередь, надо ждать победы, потому что для этого приходишь, команда наша выигрывает, чтобы нас поддерживать. А как получится, уже будем стараться, чтобы выиграли, пошли дальше. Свои последние два матча в чемпионате Академия выиграла, забив при этом 7 мячей. Думаешь, это будет дополнительная мотивация, чтобы выйти более мотивированы против вас? Академия сейчас на хорошем ходу, и неплохие игры они выдали. Даже сейчас при счете 4-0, которые они проиграли Шерифу, они все равно хорошо играли. И там сейчас собралась хорошая команда, пришли интересные игроки. Я думаю, что будет нам тяжело, потому что это уже совсем другая команда, не та, которая была в начале чемпионата. Кого можешь выделить из игроков Академии? Там есть тоже хорошие игроки, потому что пришел и Дима Богдан, и остальные игроки там в центре обороны, и там более опытные футболисты стали, уже не только молодые футболисты. И за счет этого они могут преподнести какой-то сюрприз в чемпионате. Зимбру будет фаворитом в матче? Я думаю, Зимбру практически во всех матчах фаворит, но это надо доказывать на поле, не на словах. Надо выходить и выигрывать, чтобы быть фаворитом. În această duminică, fotbalul adevărat se joacă doar pe stadion. De la ora 15:00, pe stadionul Zimbru, galben-verzii vor întâlni FC Academia. Suporterii au nevoie de spectacol. Echipa are nevoie de suporte. Duminică, 2 noiembrie, la ora 15, FC Zimbru, FC Academia. Vino să-ți încurajezi favoriții. Vino să-i purtăm spre victorie. Haide, Zimbru, împreună vom învinge!